Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления быстрого творожного торта без выпечки. Итак, начинаем с того, что нам нужно к 200 граммам сметаны добавить стакан сахара. И нужно это все взбить. Ну вот, готово. У нас должен получиться вот такой вот густой сметанный крем. Дальше 3 столовые ложки желатина нужно залить водой комнатной температуры. Пока оставляем, пускай желатин набухает. Дальше 400 грамм творога нам нужно было перетереть через сито или можно просто взбить блендером. И отправляем сюда сметанный крем. Получается кремообразная масса. И последнее, что нам нужно сделать, это очистить апельсинку, сделать из апельсина такие вот филе, сделать апельсинные. Дальше берем вот эти вот апельсинки вместе с этим соком. Отправляем в творожную смесь. И вот сюда сразу можно отправлять желатин. Желатин, который набух, я растворила, растопила в микроволновке. Или же это можно сделать на водяной бане. И последний процесс. Для того, чтобы не делать никакой основы, я решила схитрить и взяла вот такую вот разноцветную вафлю, готовую уже. И заливаем первый слой. Все, отправляем в холодильник на 5-6 часов, чтобы наш торт застывал. Ну что ж, прошло 6 часов, мой тортик уже застыл, мои гости уже подзвонили, они уже на пороге, поэтому давайте посмотрим, что там у нас получилось. Застыл он хорошо. Вот такой вот тортик получается в разрезе, видны апельсинки. Вот, в принципе, и все. Если же вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду очень рада. До новых встреч, всем пока! С вами было вкусно, просто и полезно, и приятного вам чаепития!